У могилевчан есть 4 крупных праздника. Новый год, День города, выставка индийских товарищей и праздник меда. До Нового года еще далеко, а вот мир меда и здоровья уже стучится ложкой в дверь. Что будет, всех карт никто не раскроет, но праздник будет точно. А еще большущая 100-килограммовая бочка вкуснейшего меда каждый день в подарок гостям фестиваля. Поэтому, собираясь на праздник, не забудьте с собой ложку. Такова традиция проекта. Мир меда и здоровья – фестиваль международный, а потому география – вопрос не последний. И в этот раз на фестивальный продукт трудились не только отечественные пчелки. В богатой коллекции меда будет представлен мед из Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Киргизии и Алтая. Горный мед Тянь-Шаня – новинка проекта нынешнего фестиваля. Каждому понятно, что мед – продукт исключительный. Он и вкусен, и целебен, и уникален. Он вбирает в себя лучшее, что дает природа и культура каждого пчеловодческого края. Поэтому и стараются гости фестиваля попробовать и приобрести мед издалека. Ведь у каждого меда не просто свой неповторимый вкус, но и свои секреты здоровья. Мысль семейная – еще одна непременная нота фестиваля. И особо почетное место в нем отведено пчелке Сене и всем его маленьким друзьям. Детский смех, забавные конкурсы и море позитива – так всегда выглядит мир меда. Наш праздник, фестиваль, направлен на малыша, который приходит к нам на праздник и приобщается к культуре своего народа, традициям и здоровью. А большая шоу-программа – яркое действие, увлекающее за собой все новых и новых гостей в чудесный мир меда и здоровья. Приходите и вы! Духовно-оздоровительный проект «Мир меда и здоровья» стартует в Могилеве 24 октября. Как всегда, на одной из лучших площадок страны – спортивном комплексе «Олимпиец». Мы видим очень много людей, с ними общаемся. Сколько богата наша родина медовым кладом. Безалкогольный праздник. Главная идея нашего движения состоит в том, чтобы люди как можно больше общались между собой. Мы будем соединять наши узы миром, улыбкой, песней, музыкой и медом. Мир меда и здоровья.